Внаслідок ремонтних робіт на центральній магістралі в частині будинків був знижений тиск води. Наразі роботи ще ведуться. В управлінні житлово-комунального господарства запевнили, що вода у квартири мешканців поступає у нормальному режимі. Ремонтні роботи проводилися на центральному водоводі у місто. На в'їзді у Южне по проспекту Григорівського десанту комунальники провели земляні роботи. Це плановий ремонт, розповідають нам в ЖКГ. Через застарілі труби на цьому місці виникло протікання. Бетонные трубы, которые мы сегодня уже не используем, вот. У них есть в чем проблема, что и у них ремонт специфический, потому что это нужно заливать специально, там делать, так сказать, бетонный такой саркофаг на этом месте. Вот. Но вскрытие показало таки, да, что плановые работы мы во вторник начали, прошлый, вскрыли, посмотрели, да, есть утечка, видно, с бетонной трубы, поэтому у нас там проходит две ветки. Есть возможность сегодня технически, мы про это часто говорили, что наша задача была, занимаясь сетями, сделать так, чтобы в случае каких-то порывов или аварий нам не было такой ужасной необходимости отключать город. Поэтому мы могли локально всегда включиться к каким-то параллельным сетям. Поэтому там вторая нитка есть, она в нормальном состоянии, в рабочем. Поэтому было сделано переключение, поскольку вторая меньше используется. Несколько было снижено давление в городе. В первый день, как забыл, контроль, это буквально ну, несколько домов точечно, там жильцы верхних этажей, там у них было какое-то замечание, и плюс там у нас в дальнейшем был вопрос по Приморской 5, ну там специфика, у них там диаметр водовода несколько занижен, в свое время там сделали диаметр не такой, как нужно, он будет со временем, мы его заменим, вот поэтому у них был вопрос немного с давлением, а так в целом все, у нас город функционировал нормально в это время. Роботи проводить комунальне підприємство ВТАК власним коштом. Зараз ремонтники діагностують мережі через те, що після проведення робіт мережа дає протікання. Наразі котлован залишено у відкритому стані. На водопостачання міста це не позначиться, пояснили в УЖКГ.